Здравствуйте всем, я с Украины, с Одессы. И хотел, друзья, поговорить о такой теме по поводу, друзья, включать апокалипсис, да, друзья, Третья мировая война. О чем, друзья, здесь имеется в виду? И нужно, друзья, понимать такую вещь, что еще с самого начала, друзья, ну, человечество, да, чтобы было понятно, что люди, они избирали, друзья, кого? То есть... Свои где-то мнения, да, друзья, как Адам, Ева еще, да, не послушались Бога, да, и начали, знаете, что познавать, думать, умничать и так далее. Вот. Ну, всегда это ничем хорошим не заканчивается. Но в итоге, друзья, человечество пришло к тому, что, друзья, начало развиваться, развилось очень сильно, да, друзья, в итоге, да, типа вот оно умничало, да, вот как вот начиная с Адама и Ева, да, дерево знаний. И так заумничало, друзья, что думает, что если оно что-то открыло, то это оно сотворило. Ну, друзья, например, такие вещи, что, допустим, видим вот свет, да, видим, вот свет есть. Свет, да, друзья, вот пытаются дети, да, все, свет есть. Но свет же, друзья, придумал же не человек, его открыл человек. Да, друзья, то есть там Тесла пошел, допустим, да, там Фарадей, допустим, открыл электричество, да, допустим, Фарадей. Но он его открыл. Бог создал, Фарадей открыл. То есть самое все, что у нас есть, друзья, во Вселенной, это все открыл, друзья. То есть создал Бог, открыл человек, просто он рассекретил. Но человек думает, что если он что-то рассекретил, значит, он главарь. И всем может, всем, чем хочешь, может командовать. Это, друзья, главная ошибка. И отсюда думается, что человек такой умный, а зачем нужен тогда Бог, если человек такой главарь? Да Бога, наверное, вообще нет, а человек главарь всей Вселенной. Это, друзья, глубокая ошибка, это порождает гордыню, на что, друзья, попал сам сатана, за что был скинут с небес. И чем он хочет вам, друзья, заразить все человечество? Это гордыня и думает, что человек сильно модный и крутой. Для того, чтобы Господь тоже самое скинул не человеков, людей вообще в преисподнюю к сатане. Поэтому, друзья, мы должны понять эту ловушку сатаны и понимать, что... Что бы мы ни открыли, никогда нельзя гордиться. Потому что, друзья, Господь не любит, как говорится, глаза гордые, гордыню Он ненавидит, Господь. Поэтому мы должны, друзья, выбирать самое главное – это гордость. И понимать, что все, что есть открыто, слава Богу, хай Господь, скажем так, 10 тысяч раз сказать Богу спасибо, что Господь дал возможность через определенных людей открыть те или иные другие, друзья, именно блага. Ну и, допустим, понимать следующее развитие, могут, как, друзья, создать тот же самый роботов, которые, друзья, потом возьмут просто и с работы поувольняют вас эти роботы. Каким образом поувольняют? Потому что робот растет, ИИ растет, да, друзья, как знаете, искусственный интеллект, да, как говорится, этот вот AI, так говорится, вот, кто знает, друзья, да, особенно вот, и программисты уже сталкиваются с такими делами, друзья, что, ну, усложняют в каком плане работу, что кому-то, кто умеет им пользоваться, работает, кто не умеет пользоваться, уже проблема. То же самое, друзья, везде роботы просто могут, ну, потихонечку, если они что-то еще умнеть, друзья, развиваться, просто, ну, заменять людей, и все. И человек, ищущий себе работу, называется, да. То есть, друзья, вот этому надо понимать такие вещи, что развитость должна быть все в меру, да. То есть не то, что в меру, а нужно служить человеку, да, друзья, допустим. Вот, допустим, если мы, допустим, как, люди создают ядерное оружие, то же самое, да, оно крутое, да, но оно может взять, истребить человека и убивать людей, да. То есть это не на благо. Поэтому, друзья, нужно понимать, что все должно служить человеку, ибо Господь создал человека, Господь главарь. Вот поэтому, друзья, эти моменты нужно понимать, что хотим счастья, радости и благодати, принимаем, друзья, всегда Господа и так далее. Но по-любому, к сожалению, придет антихрист, друзья, и мы должны тогда знать, что мы должны спастись. А для этого должны быть кочеги спасения, друзья, то есть церкви. Поэтому, друзья, смотрим, обязательно, друзья, видео, питаемся Словом Божьим, становимся частью церкви и таким, друзья, образом себе зарабатываем основание на то, что, друзья, вечно смогли отправиться именно в рай, друзья. Ведь мы помним, что ад — это место вечного мучения, друзья, а рай — это место полного счастья, радости и благодати. То же самое, как здесь, друзья, шикарно, друзья, в Одессе, в парке, с прекрасной романтической атмосферой, уютной атмосферой, друзья. Только в раю все еще будет бесконечно разлучен. Поэтому ссылочку оставлю на полное видео в описании, где наши апостолы детально разберут, друзья, тему. Поэтому смотрим Слово Божие, питаемся Словом Божьим. И таким образом, шаг за шагом, протаптываем свою дорожечку в вечность, в рай. Аминь.